Я начал золото на Олимпиаде в 2000-м, а позже стал тренером российской сборной. Но недостаточно просто начать. В жизни все нужно доводить до конца. Я понял, что сказал еще не все. В 2008-м я вернулся, став чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпиады в Пекине. Никогда не поздно продолжить. Никогда не поздно начать. Займись спортом. Я верю в тебя.